Эрл обрушился на Святую Елену, вот на город с таким названием в Тбилиси. Обрушился этот мощный ураган, ветер валил деревья, срывал крыши с домов, а что самое страшное, пригнал огромные тучи, которые ливнем залили городские улицы. Власти Санта-Елены ввели чрезвычайное положение, большинство жителей эвакуированы, именно поэтому жертву удалось избежать, людей заблаговременно вывезли во временное убежище. Правда, и остальные районы Белиза небольшого государства на побережье Карибского моря тоже пострадали от стихии. Ураган Эрл уже нанес государству ущерб 800 миллионов долларов. Все местные порты закрыты для круизных лайнеров. Под замком из-за непогоды и единственный аэропорт страны.